Друзья, приветствую. Ни для кого уже давно не секрет, что мы делаем самые классные дизайнерские, стильные и сложные лестницы. Вот и в этот раз эта красавица соединила три этажа. Вы наверняка подумали, что изначально мы эту лестницу построили, а уж после началось строительство дома. Но в этот раз мы поступили более классически. Вещи имеют такие конструктивные особенности, которые нужно закладывать на этапе проектирования дома. Важное значение имеет там, где эта лестница находится, и как удобно на нее заходить. В данном случае вот коридор и вход рядом. Помните, неправильное проектирование лестницы и ее создание вызывает в будущем просто массу неудобств. Очень важно иметь комфортабельный и безопасный подъем. Все ширины и размеры соблюдены. Ширина ступеней, высота. В данном случае ширина ступени более 20 сантиметров. Вот у меня размер ноги как раз 46, можете примерно прикинуть. В принципе, вся лестница была сложного изготовления, и задумка такая была необычная. Сложность в подъеме была с первого этажа. На первом этаже ее собирали, скручивали, поднимали, фиксировали в перекрытие. И все это было перед заливкой пола. Основой лестницы послужил металлокаркас. Это моноксаур несущий, выполнен на вальцах был, и у него есть радиус загиба. Сложность заключалась завальцевать каждую тетиву. Если посмотреть снизу или сверху на лестницу, она имеет такую некую форму капли. И помните, только самые смелые ребята берутся за такие сложные проекты и выполняют их. Потому что не каждая компания будет нести ответственность и возьмется за такое сложное сооружение. Этап проектирования, напоминаю. В данном случае на этапе проектирования была смонтирована закладная, которой крепится вот такие вот трубки, имеют декоративный характер. Опять же, и очень важный момент, что они имеют функцию несущую, тоже поддерживают лестницу, то есть берут на себя часть нагрузки. Сама труба 16 мм, бесшовно катана и холодно деформирована. Цвет по ралу выбрали такой золотистый, да, хотя стиль здесь далеко не марокканский, но он круто сочетается, этот цвет, с шоколадным оттенком. Как раз это и есть наши ступени. И очень важный момент. Чем выше у вас потолки и меньше места для лестницы, тем дороже она вам обойдется, буквально в разы. Мы, в свою очередь, будем дальше радовать своими сумасшедшими интересными проектами. Следите, подписывайтесь. Спасибо.